утра участницы репетируют финальные выходы. Ведь уже сегодня вечером их ждет яркое шоу. Девушки волнуются, каждая может стать победительницей. Ведь это большая ответственность представлять свою страну на таком глобальном проекте. Мисс Экология мира имеет два основных направления. Первое – это продвижение экотуризма в каждой стране, и в частности здесь, в Египте. И второе – это экология. Мы не позиционируем себя только как конкурс красоты. Это международный экопроект. И чтобы стать мисс Экология мира, мало быть только красивой. Нужно быть социально активной и, конечно, коммуникабельной. На каждый международный проект девушки попадают с помощью своего оргкомитета. В России тоже есть оргкомитет, это Академия международных красоты. Все девушки, которые участвуют в данном проекте, являются победительницами национальных этапов в своей стране. Чтобы выбрать победительницу в нашей стране, которая поедет на международный конкурс, мы проводили жесткий отбор. Всего было около 100 конкурсанток, из них мы отобрали 20, которые проходили конкурсные этапы, и на национальном конкурсе красоты была выбрана победительница, которая представляет здесь остров Маврикий. И все-таки немного грустно, ведь сегодня финал закончится, и придется со всеми прощаться. Я очень рада находиться сейчас здесь. Здесь я познакомилась и подружилась с прекрасными девушками из разных стран. Но мне очень жалко, что уже завтра мы все разъедемся домой. Я буду очень скучать по всем, по девушкам и по этой стране. На конкурсах красоты существует одна очень интересная традиция. Каждая девушка привозит небольшой сувенир из своей страны, который она дарит организаторам и конкурсанткам на память. Впереди финишная прямая, ведь остается совсем немного времени до яркого события. На этом проекте я уже второй раз, и сразу скажу, что с каждым годом организация проекта становится все выше и выше. В этом году танец, который мы поставили для финального шоу, простой, но со сцены смотрится очень эффектно. Я думаю, вам понравится. На финальном шоу наша россиянка вошла в топ-10 лучших конкурсанток, а победительницей стала девушка из Канады. 2 недели в компании представительниц разных стран пролетели очень быстро. Теперь остается ждать, кто же в следующем году представит на этом проекте Россию и поборется за звание Miss Eco International 2018.